Всем привет, с вами Дмитрий. Сегодня хочу поговорить о кране по бесплатному сбору Сатоши Free Bitcoin. Самый лучший биткоин кран, который я встречал. Я пользуюсь им уже больше года. Но подробный обзор этого крана вы найдете по ссылке под этим видео. Сегодня я хочу рассказать о том, как можно увеличить количество собираемых сатоши. Я об этом узнал буквально сегодня и воспользовался сразу же. Раньше почему-то пропускал эту фишку, своего рода лайфхак. Сразу скажу, что за каждый сбор сатоши и за каждую игру в мультиплеер вам начисляются внутренние баллы РП. Так вот, эти РП как раз и пригодятся для того, чтобы увеличить количество собираемых сатоши. Итак, для того, чтобы увеличить количество сатоши собираемых за час, заходим вот сюда, Rewards, и здесь вы увидите количество начисленных вам внутренних баллов РП. Кстати, за рефералов также вы получаете эти внутренние баллы. Затем переходим вот сюда, Free Bitcoin Bonus. И здесь можно увеличить количество собираемых сатош от 10% до 1000%. Сегодня я увеличил на 1000%, поскольку у меня насобиралось там больше 7000 этих внутренних баллов. Ну, вы можете увеличить на то количество, сколько у вас есть внутренних баллов. Для того, чтобы активировать бонус, нужно нажать вот эту вот кнопку Redeem с правой стороны от количества баллов РП. Давайте вернемся на главную, и вот мы видим, на сутки это происходит, то есть в течение суток количество собираемых сатоши будет увеличено от 10 до 1000%. Ну, как вы видите, у меня 1000% бесплатный бонус. Плюс сейчас еще проходит акция, ну, насколько я знаю, у каждого по-разному прибавляется бонусом каждый час определенное количество сатоши. А на сегодня это все. Ссылка для регистрации и, повторюсь, обзор этого крана будет под этим видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в чат Telegram по инвестициям и криптовалюте. Ссылка на который также будет под этим видео. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока!